Почтовый ящик Бога тоже нужно очищать. На стене плача весенняя уборка. Из щелей между камнями достают тысячи записок с обращениями к Всевышнему. Причем по статистике большую часть этих посланий пишут туристы, а не верующие иудеи. Тем не менее, все эти записки нельзя просто выбрасывать или сжигать, поскольку там упоминается имя Бога. Их с соответствующими церемониями хоронят на Масличной горе вместе с другими ветхими религиозными текстами. Подобную уборку проводят дважды в год, иначе места для новых записок просто не найдется.